Турция осудила решение Талибана о запрете для женщин Афганистана на посещение университетов. Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил на пресс-конференции, что это решение не было ни исламским, ни гуманным. Но он призвал талибов отменить запрет. Я напомню, с 20 декабря женщинам в Афганистане запрещено посещать высшие учебные заведения. Это, в свою очередь, вызвало ряд мелких протестов в Кабуле. Сами же участники недовольства отмечают, что их акции насильственно пресекаются органами безопасности. Помимо Турции, решение Талибана осудили и другие страны, среди них Саудовская Аравия и Катар. Также свое осуждение выразил и генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш. Он отметил, что решение Талибана окажет ужасное влияние на будущее Афганистана.